Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Дні, які поєднані з вічністю. Що це за період життя людського? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І відчуємо, як співає душа народу. Рождество Христове – це то время, коли мир рождається Спаситель или Мессия, которого ожидали всі народи. Христос родился нашего ради спасения, спасения ради каждого человека. Для кого вечность что-то значит, он не может не радоваться. Теперь человек каждый имеет надежду, надежду на спасение, надежду на то, что есть на кого уповать, есть на кого надеяться. Весь православный люд празднует пришествие Христа. Служим службу и колядуем, прославляем рожденного младенца. 7 січня весь православний світ зустрів світле і радісне свято Різдва Христового. А зараз тривають святки – святі дні, які налаштовують наші серця на зовсім іншу, неповторну хвилю – добра і любові. Відчути це ви зможете саме зараз. Чудесные светлые дни, которые нельзя пропустить, невозможно пропустить. Ни в коем случае их не пропускайте. И чтобы вы, телезрители, не пропустили эти замечательные, наполненные рождественской радостью, рождественские дни, мы приглашаем вас в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. А что там будет, сейчас увидите. Идемте. И после короткой службы начинаются колядки, любимые всеми. Давайте, телезрители, прикоснемся сердцем и ухом к этому торжественному, чудесному и радостному диву. Зоечка, будьте добры, в эти святые дни, почему их нельзя пропустить, почему они так важны для нас? Потому что к нам пришел Спаситель на землю в образе человеческом, чтобы нас всех спасти. Вообще, для каждого человека эти дни близки и одновременно радостны. А если у человека какая скорбь, и он не может порадоваться, ваш совет? Ну, я думаю, в такие дни все равно человек будет радоваться, как бы то не было, потому что рождение ребенка, даже то, что близко к нам, это очень счастливые дни. И как бы ни было нам грустно на душе, все равно где-то в глубине души мы радуемся этому, потому что это новая жизнь, это наше будущее все-таки. Но это самое светлое, что может быть, это рождение ребенка. А если рождается Бог во плоти, то это выше. Это двойная радость, потому что выше нету, потому что именно с Богом мы чувствуем Его любовь, Его тепло. И без Бога прожить на этой земле просто нельзя. Вот так, телезрители, без Бога прожить на этой земле нельзя. Поэтому, чтобы всегда, всегда, всегда были с Богом. Ты приеми, но вино, и во сына,
еще от колядки, но мы с вами переживаем святые дни, которые так важны в жизни каждого человека. Отец Максим, будьте добры, чем так важны эти святые дни, которые сейчас идут? Ну, эти радостные дни, эти святые дни, которые, мы знаем, называют святками, потому что действительно это дни радости, потому что Рождество Христово – это то время, когда в мир рождается Спаситель или Мессия, которого ожидали все народы. Но интересно то, что народы ожидали, что придет в мир Бог, великий, славный, но здесь тайна Боговоплощения. Бог приходит скромный, смиренный, рождается не в палатах дорогих, а в скромной пещере, в вертепе, ложат его в ясли. И, конечно же, для христианина Рождество – это великая радость, потому что наш Бог показывает свое смирение. Даже в многих песнопениях мы слышим церковных, что «Придите и увидите великое смирение Бога». Поэтому для христианина это, конечно же, радостный день. Рождается мир Спаситель, исполняется обетование, что придет Мессия, который спасет всех людей от их грехов. Конечно же, слава Богу, вот мы встречаем рождение Христа, который привечно рождается от Отца, Бога. И эти светлые дни переполняются радостью сердца христианина. Слава Вышнему Богу, пели ангелы. И сегодня мы продолжаем эту ангельскую песню петь в эти святые дни святок. Слава Вышнему Богу, на земле мир, человеческих благоволения, где мы прославляем родившегося Бога, где мы благодарим родившегося Бога. И слава Богу, что это совершилось начало нашего спасения. А мы, друзья мои, продолжаем слушать колядки. Сколько бы ни звучало добрых слов, их никогда не бывает много в эти святые дни. Отец Андрей, не бывает много благословений, не бывает много добрых слов, особенно в эти святые дни. Правда? Правда, потому что Рождество Христово, оно изменило историю человечества. И сегодня весь православный люд празднует пришествие Христа, Богомладенца. И, конечно же, всякая душа христианская радуется и переживает духовно это великое событие. Вот. И мы вместе со всеми и служим службу, и колядуем, прославляем своими песнопениями, колядками рожденного Богомладенца. И я желаю, чтобы всем желаю, чтобы Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам к пещере, где родился Богомладенец Христос, чтобы она всегда нам указывала путь ко спасению. С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Мы ждем тебя, Господи.
конечно, снова в эти святые дни звучат святые слова. Отец Михаил, тебе. Сегодня праздник самый светлый, Христово Рождество, когда мы друг другу желаем всего самого лучшего. Поскольку самая великая радость, что в мир пришел Христос Спаситель, ради нас, человека, ради нашего спасения. И как пожелание спасения жизни вечной, также добробута, благополучия, здравия всегда люди желают друг другу, поздравляя всех с праздником Христова Рождества. Поэтому я хочу всех также поздравить, пусть Господь всем даровал самые лучшие и укрепляет вас, и также дарует спасение, наследие жизни вечной. С праздником Христова Рождества! Период от Рождества Христова до Крещения Христова называют святыми днями. Почему они святые дни? Отец Виктор, будьте добры, почему от Рождества до Крещения святые дни? Потому что, как мы знаем, что когда даже в жизни, в семье появляется новый человек, то семья радуется не один день, она всю жизнь радуется, а как мы знаем, что родился Спаситель всего мира, и по церковной традиции, по любви людей к Творцу, как раз установлено несколько дней вот, по празднику, которые как раз прославить Спасителя мира, возвеличить Его великое таинство, таинство пришествия в мир, принятие плоти, вот, то смирение, та простота, что Творец смирил себя до той степени, что принял подобие творения, приняв плоть, вот, он показал пример смирения. И как раз радость для каждого верующего человека – это радость в том, что теперь человек каждый имеет надежду, надежду на спасение, надежду на то, что есть на кого уповать, есть на кого надеяться. И уже человек увидел, потому что до того времени только пророки говорили об этом, возвещали. А ныне спасение всему миру, явился мир Спаситель. Поэтому с праздником всех, пусть Господь, рожденный в яслях, благословит всех миром, любовью. С праздником. Thank you.
звучат колядки и, конечно, звучат поздравления к Рождеству Христовому. Отец Варнава, будьте добры, почему так важно сегодня радоваться, даже если радоваться не хочется, а надо? Нет, ну это не обязательно надо. Это зависит от внутреннего состояния человека. Сегодня события для всякого человека очень значительные, даже нельзя преувеличить его важности. То есть Христос родился нашего ради спасения, спасения ради каждого человека. Для кого вечность что-то значит, он не может не радоваться. Потому что без сегодняшнего события человек не имел бы вечности блаженной, а сегодня он ее имеет. Поэтому радуется всякий тот, который это постигает своим сердцем, своим разумом. Отец Варнава, будьте добры. Вечность – это некое такое то, что будет, но до него еще нужно дожить. А жить в перспективе вечности, как если сегодняшний день полностью поглощает человека? Так вот, для этого как раз и церковь есть на земле, Христом учрежденная, для того, чтобы человеку не погружаться в всю суету и не забывать о самом главном, что его жизнь временная – это средство приобретения вечности. И от того, как он ее устроит, она и зависит. Потому что Господь хочет всем спастись, но еще нужно наше желание. Без желания, без свободной воли человека оно не может совершиться. И для этого нужно спешить по младенческим яслям, куда Христос призывает и куда спешат те, для которых это вечность ценна. Рождеством Христовым мир разделился как раз на тех людей, которые, как мы слышим и читаем из Евангелия, и в колядках сейчас, которые спешили поклониться, принести свои дары, и тех, которые уже с первых лет жизни искали убить, потому что для них неприятно было слово о вечном блаженстве, они свой имели какой-то взгляд на жизнь, хотели ее использовать совершенно по-другому. И человек, который удаляется от Бога, он удаляется во тьму. И, конечно же, для того, чтобы выйти из этой тьмы, нужно обратиться обратно ко Христу, к Богу. Для того, чтобы обратиться ко Христу, нужно все-таки найти в себе силы и радоваться? Ну, желание, в первую очередь, конечно же, а потом вера, и потом уже движение, а потом радость сама приходит. Как только человек становится на путь обретения Бога, уже заставлять не надо себя. А это радость, которую, как сам Христос сказал, от вас никто не отымет. Это состояние блаженства, вне зависимости от внешних каких-то условий. Потому что с Богом всюду хорошо, с Богом всюду радостно. Но для этого нужно приобрести его, найти, соединиться и быть всегда со Христом. Пускай этот праздник Рождества Христова действительно для всех нас станет источником укрепления веры и умножения любви и радости. Thank you.
Поздравляем вас с праздником Рождества Христова. Это очень важные дни для нашего спасения. Мир Божий да пребывает с вами. С праздником Рождества, с праздником этой звезды, которая сияет в каждом сердце. Потому что без этой Вифлеемской звезды нет того, что очень важно для жизни духовной каждой человеческой сущности. Именно это. Звезда сияет, сестра встречает, Христос родился, славите! С праздником вас! Зажглась звезда добра, счастливого святого Рождества. Дай Боже, друзі, щоб ви це відчули. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.